La sala domnului Oleg Sergei Dicimagino, ambasador extraordinar și plen potențial al Federației Ruse în România, să spună câteva cuvinte. Уважаемый господин директор Одролан Карнавянов, дорогие наши гости из России, из Санкт-Петербурга, дорогие друзья, многих из которых я знаю лично и очень рад видеть здесь. Я хочу сказать, что я действительно рад и год принять участие в открытии этой важной, интересной, очень глубокой, а в чем-то неожиданной выставке именно сегодня, вот в этот момент. Бывают в жизни государств такие времена, такие моменты, когда очень важно взглянуть на историю. Не только для того, чтобы найти какие-то аналогии, потому что стопроцентно аналогии и совпадения не бывают. Но нужно взглянуть на то, чтобы понять, мы сегодня лишь участники очень большого и длинного исторического процесса. И это important să ne uităm în aceste momente și să ne realizăm faptul că noi suntem părți ale unui proces îndelungat. И в этом процессе бывают и свои подъемы, и свои сложные периоды. Este un proces care are și are și perioade mai complicate. И как правило, все-таки история говорит о том, что мудрость, она побеждает, а негативные эмоции, они уступают место более зрелым и продуктивным размышлениям. И история демонстрирует, что интеллектуальная антона она обеспечивает, и моменты негативные сунут урманы для момента интеллектуальной и интеллектуальной интеллигента. Конечно, говорят иногда, что история учит тому, что она ничего не учит. Sigur, se spune că uneori că istoria este cea care te învață să nu vezi nimic. Но вот все-таки взглянем 100 лет назад, и мы поймем, что и в непростых ситуациях страны пытаются искать, и если хотят, то находят те моменты, те сферы, где они могут взаимодействовать. Контакты между императорской семьей России и королевским домом Румынии – это отдельная и очень богатая страница истории. И, наверное, до конца не исследована. В год столетия начала Первой мировой войны, крупнейшего события 20 века, очень важно взглянуть на те моменты, потенциал которых, может быть, не был до конца использован. Посмотреть на те ошибки, которые были сделаны, чтобы понять нашу судьбу, откуда мы происходим и куда мы движемся. Я очень рад, что вот в этом крупнейшем, я скажу, научном, исследовательском музейном заведении Бухареста и Румынии проходит эта выставка. Сын факт, это вопрос, как часто экспозиция совершала на частой институте, самой маленькой институте, перчерчетали истории о Румынии. Есть только где, как часто экспозиция стоит. И я скажу честно, я очень удивился. Господин директор мне сказал, что это первое мероприятие за всю историю российско-румынских и советско-румынских отношений.
Și trebuie să vă spun că am fost extrem de mirat când domnul director mi-a spus că este prima activitate de acest gen din istoria relațiilor română-ruse, română-sovietice. Este prima manifestare de acest gen. И это, ну, это здорово, потому что ведь всю историю, полноту историю наших взаимоотношений, ну, кто должен сделать? Это ведь не, это не как раз должны быть историки, музейные работники. Вот они должны выводить в обиход весь объем этих материалов. Для тех, кто может мечтать, сопрогрессизировать, сделать историю сопрогрессизировать, это как раз историки, которые могут скотать на идеалы материалы для этого типа, importante для амбера политики. Чтобы стереотипы отношений между двумя странами определялись не только политиками или журналистами. Și este foarte bine pentru că stereotipurile relațiilor dintre țări nu trebuie să fie definite numai de ziariști și de politicieni. Но исследователями, dar și de cercetători, и историками, și de историки. Я признателен, вот сидит профессор Барбо, господин Додор, за то, что нам удалось вывести в обиход исторические документы, связанные с деятельностью великого представителя румынского народа Дмитрия Кантемира. Pentru că am putut să introducem în circuit documente și mărturii foarte importante în legătură cu marea figură istorică a poporului român, care este Dmitrie Cantemir. Историки сделали немало для того, чтобы раскрыть правду и об очень сложном периоде, предположим, взаимоотношений наших стран в годы Второй мировой войны. Историки делают очень много для того, чтобы разговаривать моменты достаточно деликатные из истории наших отношений с этим ничем до времени. И в этом году мы будем отмечать 70-летие 44-го года, а в следующем году 70-летие Победы во Второй мировой войне. Я надеюсь, что вот эта первая выставка, выставка исторических фотографий о контактах императорских и королевских семей, а тоже внесет свой вклад в развитие двусторонних отношений. Și sper că această expoziție despre relațiile dintre familiile noastre imperială și regală vor constitui de asemenea o contribuție la relațiile dintre noi. И я хочу тоже высказать благодарность господину Адриану Попеску в его лице компании ТМК «Артром», которая уже ставит практически двигателем развития науки об истории российско-румынских отношений. Ну, естественно, здесь внесли большую роль, как я уже сказал, и музей, и государственные архивы Российской Федерации, как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга. Представители Россотрудничества. Представители соответствующих министерств Румынии. Репрезентанти министерства ресурсов. Очень сложно перечислить все те вклады, которые были сделаны в реализацию всего вот этого направления, которое мы сейчас осуществляем, и это один из шагов. И я надеюсь, что это вот первый этап, он получит свое продолжение. Мы объединим наши усилия с усилиями румынских энтузиастов. Которые уже тоже издали книгу, посвященную столетию вот этих контактов, визитов императора Николая в Румынию. Так что я призываю всех тех румын, которым не безразлична история наших взаимоотношений, внимательно следить и за сайтами посольства, и за объявлениями здесь в Румынии о тех мероприятиях, которые мы планируем осуществить. Благодарю вас. Să urmăriți cu atenție site-ul ambasadei noastre, site-urile de specialitate, pentru a afla evenimentele care vor avea loc. Vă mulțumesc foarte mult!